Огненный дуэт. Дима Билан и Сергей Лазарев готовят совместный клип. Свежеиспеченный дуэт из двух самых популярных артистов российского шоу-биза Сергея Лазарева и Димы Билана продолжает интриговать поклонников. Парни вновь появились на сцене вместе, да еще и пустили слухи о том, что скоро снимут клип. Правда или вымысел? Сейчас узнаем. Все началось с Олимпийского, а точнее с главной национальной юбилейной премии в области популярной музыки 2017. Именно в этот вечер обладатели бесчисленных тарелочек Муз-ТВ и самые популярные и талантливые артисты российской эстрады Дима Билан и Сергей Лазарев спели дуэтом. Прости меня, прости меня, прости меня. Свеженький трек «Прости меня» взорвал главную концертную площадку и сразу же стал хитом. А номер Билана и Лазарева попал в пятерку лучших за весь юбилейный вечер. И вот спустя месяц с небольшим артисты вновь проникновенно исполняют эту романтичную композицию на сцене в Баку. А за кулисами решают, пора снимать клип. Артистов поддержали музыкальные гуру Григорий Лепс и Константин Меладзе, а также бессменный продюсер Билана Яна Рудковская, которая возглавит предстоящие съемки. Этот клип будет сниматься 3 дня в Португалии. Стилист клипа, не могу сказать. Ну, в общем, так вот. Португалия, 3 дня, сегодня вечером вылет и съемки 1, 2, 3.